В Алматы прошла общегородская ярмарка вакансий, организаторы которой – Центр занятости населения, Управление занятости и соцпрограмм при технической поддержке акимата города. Главная цель – это расширение доступности рабочих мест для молодежи и выпускников учебных заведений, а также лиц, ищущих работу. Еще одна цель – облегчить для работодателей процесс найма путем привлечения подходящих кандидатов и оказать содействие соискателям в трудоустройстве. В мероприятии приняли участие охваченные меры занятости, лица из отдельной категории граждан, инвалиды, лица, стоящие на учете в службе пробации, лица, освобожденные из мест лишения свободы, а также те, кто является должниками по алиментам. На ярмарку были приглашены работодатели, где имеются квоты по созданию рабочих мест для отдельных категорий. Более 160 работодателей приняли участие в ярмарке и представили свыше 3500 вакансий в сфере промышленности, производства, торговых сетей, питания, медицины, фармацевтики, образования. Участвовали и получили консультацию более 3000 соискателей. Также более 1000 соискателей получили направление на трудоустройство.